Сегодня день турецкой ночи. В 21 будут какие-то турецкие песни в амфитеатре полчаса. А здесь устроили базар. Как будто нам мало черкизонов на улице. И здесь тоже черкизон. Так как сегодня турецкая ночь, там гриль, мясо и рыба, а это котлеты из булгура. А у нас что, курица? Это курица, да. Яичный салат немножко. Еще говядина, еще курица. Ага. А это турецкая ночь, гриль. Это типа грильный шашлык, наверное, а это тушеный курица. Сегодня мясной день. Мясной день, да. С булгура очень прикольные котлетки. Они очень острые, с аджикой. У меня горло болит, да, у меня это дайте, которые сувениры, полотенца. Пенсионерам и миллионерам скидка. Просто на резинке. Спасибо. Нет, спасибо, спасибо. Чашечки. Пиалки. Это надо было хельба назвать Шамбала. Камушки какие интересные. Я тоже думала о камушке. Нет, тут такая. Амулеты по знакам зодиака. Интересно. Вон там с котиком есть, с орлом. Турецкая ночь сегодня. Спинки так интересно, какой-то... Спинки дают эффект, как будто третий бассейн. А сейчас уже нет. Ну вот на телефоне, ой, на фотоаппарате я вообще не вижу, чтобы, да. Чтобы был какой-то эффект. А вот когда мы тогда шли, то есть как-то, когда либо глаза такие... с бассейна переводились. Да, как-то это визуальный эффект. В облаках все это. А вот там, где зеленая лампа горит, это наш уголок балкона. Мы сейчас пойдем поставим туда две бутылки. Я взяла две бутылки, а то у нас кончилась нычка. И нам дали... Он размешал какие-то специи. Вот там вот специи, которые размешал. А он, кстати, уже выдохся. Здесь. Надо... Пахнет, как доктор Мом. Один в один прям. А уже все, ушел? Нет, нет, пахнет. Пахнет прям там мятой, чем-то сладеньким. А это еще что-то он дал. Ну, то типа от горла, а это от чего-то еще там. А, от желудка, да. И он прям это просто порошочек размешал в кипятке и все. Типа пей. Мы сейчас поставим наши воды. Потом надо будет успеть играть. Пинг-понг, мы тоже играли в пинг-понг. Потом успеть добежать до туалета. Туалет на первом этаже напротив столовой. So very special.